Огромная удача, семейного счастья, тепла и уюта в любую погоду. Пусть станет прекрасный и радостный праздник началом чудесного Нового года. Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и зимы. Радости большой сегодня, настроения и любви, звезд рождественских и ярких, песен звонкой коляды, много праздничных подарков, исполнение мечты. Дорогие мои друзья, поздравляю вас с наступившим 2020 годом. От всей души желаю вам здоровья, радости, благополучия и добра вашим семьям. Пусть сбудутся все ваши желания, все ваши мечты. Пусть он принесет много ярких, радостных свершений. Будьте счастливы! С Новым годом, мои дорогие, поздравляю! Счастья, радости желаю! Пусть все ваши желания сбудутся!
В отеле. Джингл белл, джингл белл, джингл оллвей, all the fun it is to ride. Пусть у всех все сбудется, пусть у всех сбудутся все желания, пусть все будут счастливы, найдут свою любовь.
First Noel, the angel did
to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Зеленый, и я, наверное, перебегу. Вот так вот нельзя делать, чтобы с телефоном переходить через перекресток. Ну,
Ладно. Я уже, в принципе, пришла. Вот такой вот городок построили. Специально вышла снять для вас. Сейчас подойду поближе. Вот это лабиринт, про который я вам говорила. Ух ты, и снежинку сделали. Не знаю, наверное, надо вспышку включить. Сейчас я попробую снять со вспышкой. Да, со вспышкой совсем иной эффект, по-моему. Мне кажется, лучше. Такая вот снежинка. Так, Витом у нас. Сказочная принцесса. Ой, как красиво сделано. Давайте подойдем поближе. Очень красиво. Это, по-моему, Белоснежка из сказки Уолт Дисней. Сейчас я отойду. Там вот наш строитель, бассейн, тоже весь освещен. О. Детвора играет. Здесь вот, вот такие снежинки на льду вырезанные. Очень красиво. Ну вот такой вот городок. Я думаю, что постарались, можно похвалить. Ребята, это что такое? Это просто как чашечка такая. Ой, осторожно, подскользнётесь. Не упала. Это я упала. Так, а это что такое? Женька, смотри, сейчас что можно сделать. А, это изображена крыска наша. Наша королева нынешнего представления, которая знаменовала год. Так она еще не простая, она еще трехголовая. Кстати, тепло, вообще красота на улице. Снимаем девчат. Девчата, с Новым годом! Передайте привет моим зрителям. С Новым годом, девчонки. А я сначала не поняла. Я вижу, что здесь спуск в виде горки. У ребят спрашивают, они говорят, это чаша. Держись. Женя. Нет, сюда чуть-чуть. Ага, еще. Подожди. Подожди. А вы на той горке катались на большой, девчонки? Девчонки, вы на той горке на большой катались, нет? Вот да, на той, катались? А, на той, да. Классно. Я сейчас тоже пойду прокачусь. Ну все, друзья, пойдемте прокатимся на той горке. Я рискну. А чё? Хоть у меня и саночек нету, но все равно риски. Сейчас мы с вами пройдемся по сказочному лабиринту. С Новым годом, дорогие друзья! Будет трещина. Ну да, нажалуй, видимо. Не заплутаем в лабиринте. Нет. Ой, молодчинка какая. Мама, ты Галя. Классно. Здоровско. Ой, лишь бы телефон у меня не замерз. Я не знаю, правда, он на морозе может
отключиться, но навряд ли. Ой, красота. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Иди, иди, моя хорошая. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мару снежком укутывал. Ой, это кто там на четвереньках ползет? Это кто тут от меня спрятался? Это ты, моя золотая. С Новым годом! Помаши моим зрителям. Молодец. Ой, настроение сказочное. Передаю вам всем огромный привет. И тебе, мой золотой, большущий привет.